Друзья мои, всем большой привет! Сегодня мы нарисуем третью иллюстрацию. Это будет зайчик и незабудки. Итак, акварельным карандашом я намечу зайчика. Тут у меня как-то место не запланировано под ним. Сделаю его небольшим. И ушки, да. Раз ухо и второе ухо. Так, глаз. И, собственно, туловище. Вот такое туловище. И здесь, получается, идет лапка. Он будет сидеть в траве, то есть, ну, теоретически туловище побольше, да. Ну, здесь будут как бы растения и каркас немножко под наклоном у туловища. Вот, собственно, незабудки. Вот тут тоже вот овалом идти с одной и с другой стороны. Так, и сюда. Вот. Можно приступать к работе с акварелью. Итак, сейчас нужно добавить водички вот сюда. И нанести мокрое пятно, да? Раз, два, три. И вот сюда вот аккуратненько. Добавляйтесь в телеграм-канал. Я ссылку закреплю в комментариях. Можно туда присылать свои рисунки. Вот. Я тут немножко в шоке. У меня вчера чуть мошенники канал не украли в Телеграме. Это что там? Что только не придумают. Ой. Значит так. Я беру цвет акварель с грануляцией. И вот сюда. Вот где шерсть, да, наношу. А вот лапка, да, идет. Мордочка, вот, получается. Ой, сейчас. И уши. Так, так. Так, теперь краску с грануляцией беру и добавляю по шерсти. Сюда, на лапку, сюда. Ушки можно немножечко делать. Они какие-то у меня широковатые, конечно, получились. Раз ухо. И тут второе ухо. На кончик, где носик, да, вот здесь можно тоже добавить. Так. Ой, какая-то странная лапка. И вот сюда. И здесь, собственно, то, что это. Так, возле шеи. Вот сюда, наверх. И кончик уха. Раз. И второе. Вот такой зайчик получается. И теперь нужно делать незабудки. Так, я зеленый цвет возьму. Сюда еще тоже зеленого добавлю. Так. Зеленый. Пока здесь сохнет, да, мы потом глаз, все вот это вот, усы ему сделаем. А, сейчас незабудки будем делать.
аккуратно. Вот сюда, сюда. Листочки, да, тоненькая кисточка, не спеша. Я вот это все аккуратно прорисовываю. Потом вот эти пустые места можно еще каких-то сюда, например, там кулички, что-то такое добавить, дополнительную графику. Вот сюда. С этой стороны тоже. Так, так. Вот сюда. Здесь бутончики небольшие. Сейчас сделаем цветочков. Вот. Не знаю, казалось бы, по поводу телеграмма, ну все ерунда, ну как-то такой осадок неприятный остался, не могу до себя прийти просто, как-то, не знаю, надо настроиться, сколько всяких мошенников, я просто в шоке, вот, причем этот человек ведет YouTube канал, TikTok, не стесняется себя показывать, это что-то, поэтому будьте осторожны. Если вообще никому нельзя верить. Так. Ну, в интернете, да, имею. Хотя у нас не только в интернете тут. Я, наверное, очень тихо говорю, да? Погромче говорить. И сейчас голубые незабудки по бокам добавлю. Так. Я внутри буду оставлять ее беленьким, да? Ну, незабудки, я понимаю, что они мелкие, но я буду делать специально покрупнее. У них по 5 лепестков. А внутри центр оставлять желтым. Так. Так. Вот здесь такие вот лепестки. Вот здесь бутончик. Рядышком еще цветочек. Вот. И сюда добавляем. Так. Можно количество, да, каждый сам себе выбирает. Кто сколько хочет. Цветочков можно поменьше, побольше, да. Здесь, здесь. Я думаю, может сюда еще поталик какой-нибудь добавить. В принципе, можно. Так. Как-то поаккуратнее хочется лепестки сделать. Кстати, напишите в комментариях. Рисуете ли вы акварельными маркерами? Вот я хочу сделать, ну, следующее видео. Рисунок маркерами. Вот. Поэтому, если кто-то рисует, напишите, пожалуйста. Так, цветочки. Собственно. И когда подсохнет, да, я желтыми сделаю внутри. А сюда, на передний план, я добавлю травинки. То есть вот такими. Вот сюда тоже травинки, да. Здесь такая небольшая полянка зеленая. Вот. Пусть немножечко подсохнет, и я дальше зайчика буду делать.
Вот, и дальше я думаю поработать карандашиками, да, акварельными. Только мне нужно такой яркий глаз сделать. Поэтому я сепию сейчас его нарисую. Вот. Если вот идет линия так, то глаз примерно вот тут можно будет сделать. Ну, потом я блик поставлю тоже, не только большие глаза. Поскольку это иллюстрация, да, можно намеренно его покрупнее сделать. И, в принципе, или карандашами, или акварелью, да, может, сейчас вот ушки побольше сделаю. Ой, в смысле, поярче. Так, вот сюда. Ухо идет. И вот здесь вот. Так. Там получается носик. Вот. Потом, сейчас у меня где-то был блок. Щечку мы тоже можно сделать розовенькую, такую достаточно милую. Так. Щечка. Потом шерсть. Тоже проходимся вот такими штрихами, да. Делаем ему пушистость. Вот сюда, сюда, сюда. Так. Так. По всему туловищу. Я сейчас возьму вот карандашик, да, автоматически тонкий, и маленькими штришками тоже фактурки ему добавлю немножечко пятнышками. Так. И вниз вот сюда. Опять-таки усы, да, можно вот тонкими линиями в одну и в другую сторону усики. И поделать еще 6, да, ну кто сколько хочет. Можно побольше фактурок всяких, а светленьким карандашом можно еще пятнышки сделать на шерсти у него. Лапу я здесь форму сделаю почетче. Так, так. Потом блик еще, да, можно здесь будет поставить. Сейчас я добавлю здесь карандашом опять-таки более такие тонкие травинки. Их можно прорисовать карандашом хорошо заточенным, да. Сюда, сюда, сюда. И какие-нибудь листочки небольшие по незабудкам, да, вот я прохожусь. Вот. Дальше желтым цветом внутри я не сделала еще центральные вот эти части. Так. Желтеньким пройдемся. И синий, ну, голубой, да, тут получается желтым, у нас дополнительные цвета, и достаточно ярко начинают красиво смотреться. Даже если вот я рядом просто располагаю желтый, он как бы загорается. Вот. И в принципе можно какие-нибудь эти декоративные штуки добавить
Даже не знаю, много здесь слишком деталей, наверное, больше не буду карандашом добавлять. Можно по талью там вот эти сердцевинки. В принципе, или так оставлю. Уже много деталей, как получилось. Поэтому, наверное, сейчас где-то пожестче прорисовываю вот эту вот часть. Веточку, да, чтобы она немного ярче была карандашиком. И на этом, я думаю, закончу. А сюда можно всякие там пасочка, там какие-то вот разбросать элементы. У меня немножечко, конечно, вот эти две заехали друг на друга, да, композиции. Вот. Сюда. Так, хотела еще блик поставить. Там один глаз у него. Вот такой небольшой блик, и он немножко оживет. И также можно, кстати, вот я хотела беленьким, да, фактуру на шерсти сделать. Это можно любой кроющей краской. Либо ручкой гелевой, да, белой. Вот такие вот фактурки небольшие. Где вот здесь вот, да. Чем его грудка высветлить. Такой симпатичный зайчик. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока.